Всем привет! Сейчас 11 часов вечера и на улице минус 20. Мы идем в кино на фильм «Изгой. Звездные войны. Истории». Да. Возьмите распечатанный билет. Мы пришли в торговый комплекс, и здесь, видите, он уже закрыт. Только люди, которые пришли в кинотеатр. Пойдем? Покупать попкорн. Чего у меня на башке? Нормально, почти. Пойдем. Нет. Ты пока будешь попкорн? Я буду, наверное, вон какой-то бомба королевства. Это в зале всего три ряда. Вкусный попкорн. Да. Еще Кристина купила начес. Белый голубь прилетел. Настала настоящая зима. А дальше пойдут спойлеры. Ну что, вышли мы из кино, и мне фильм не понравился. А мне понравился. Там даже Йоду не показали. Но зато показали Дарт Вейда всего 3 секунды. Да, еще... Вот называли не Дарт Вейд, а Лорд Вейд. Ну, еще показали... 2 секунды. Одну секунду. Дорна. Дрона 3PO и этот, или как там он, и R2-D2, по-моему, да, вот. Ну, в общем, мне фильм понравился, на самом деле. А Кристина спала весь фильм. Ну, Кристина, ну, почти, да. Ну, в общем, неплохой спин-офф. По крайней мере, если сравнивать с другими частями, у меня другие части как-то более... Потому что в этом фильме не показывали, практически не показывали силу. Вот и все, это какую фильм силу? Про обычных людей. Ну, световые мечи там, и это... Там никого не показывали, ни Йоду. А при чем все? Не было, короче, джедаев, все. Никого не было, вообще неинтересно. Там были только два героя, один, который был похож на Джонни Деппа чуть-чуть. Ладно, короче, мы поехали домой, бабу. Потому что на улице минус 20, очень холодно. Вообще место, чтобы парковаться. А у меня-то нет парктроников. Паркетроника. Не знаю, ничего не видно. Птички, наверное, их тоже не видно. Птички. Ты поняла, между какими частями эта серия на самом деле? Нет. Это вот... Получается, можно ставить между тем моментом, как убили Энакина Скайуокера, точнее не то, что его убили, покромсали, да, и он стал Дартом Вейдером, и теми сериями, которые были там в 70-х годах, короче, старые. Я не помню. Вот, и там начинается с того, что как раз принцесса Лея, она вот на этом корабле, ей передали эту фигню. Она, короче, вставляет в робота R2-D2 эту штуку, чтобы он... И отправляет его в космос. Чтобы он что? Ну, чтобы... Короче, она его, по-моему, там отправляет на какую-то планету, я же тоже не совсем помню.